вашем сегодняшнем мероприятии, что вы начнете делать прямо сегодня? Очень много интересного всего получила, такой очень много информации, знаете, вот слушала последний вебинар, который вот проводила, да, Светлана Гела, знаете, я вот больше всего усвоила себя то, что все-таки с самого начала нужно изменить мышление, и круг общения тоже нужно изменить, то есть общайся с теми, на кого ты хочешь быть похожим. Вот вы не представляете, я сейчас стою со Светланой, да, мне рассказывают, я слушала сегодня Екатерину Соле, и мне так хочется мыслить и общаться с ним, да, чтобы вот они там обнимались, целовались на сцене, дали друг другу золото. А я думаю, блин, а почему это мне, допустим, да, Екатерина Соле дарит золото? Это же так круто вообще, просто общаться вот с вами всеми, здесь все. На самом деле, вот сейчас просто столько эмоций. Подходили к лифту, Лена меня зовут, Симонова. И вереница такая, знаете, к лифту, мы даже не искали, то есть как бы я не знала, что здесь какой-то есть, да, тренинг-зал. Такая вереница, и я смотрю, сколько людей, да, которые хотят жить лучше, которым нравится Oriflame, и это действительно круто, и ну, вообще очень здорово, прям вообще очень все круто, прям вот. Меня зовут Евгения, я со Знаменска, вот, я долго шла, и я как бы сказала цели свои, да, неправильно, но у меня все цели висят, и я точно знаю, я просто моя, может быть, и детская мечта, и сейчас я, моя мечта еще в том, что я ребенку своему сказала, что я его вывезу в Париж, в Диснейленд. И теперь это меня очень сильно мотивирует, и меня сын каждый день спрашивает, мама, ну что, когда мы уже поедем? А я говорю, сынок, наши деньги идут, и скоро они к нам постучат. Мы за вами будем следить. Меня зовут Евгения Сюдюмова, да, я обязательно, и в этот году у меня пошел рост все-таки, ну, как бы я не хочу искусственно, но в том каталоге, да, у меня как бы 21, да, закрылся, вот, но я обязательно дойду, да, и я это приехал. Спасибо, Женя. Меня зовут Ольга. Добрый день, добрый вечер. Ну что самое ценное? Самое ценное, что... Вы знаете, что мне сегодня прям вот, наверное, 3 дня говорили, жетон провалился. Мы все люди, не боги, да, иногда мысли, ну, учимся позитивно, но все равно. Но сейчас уже мы понимаем, вот, что мы уже... Ага, негативная мысль. Быстрее так, убрал, уже правильно начинаешь мыслить. И если что, так, стоп, не в ту сторону. Надо, все хорошо, вот как бы. Ну и вот благодаря Наташе, наверное, все-таки я просто принципиально не хочу ни в какие сети выходить. У меня вот, знаете, фильм смотрелось, где-то это замена личности, думаю, ага, сейчас только выставлю, хоп, меня на зону или еще куда-нибудь личность заменит, и я прям вот отрицательно вообще отношусь. Ну, скайп, это, конечно, все есть адрес. Ну, теперь посмотрю, наверное, все-таки где-нибудь себя зарегистрирую. Меня зовут Виктория. Ну, самое главное, большое спасибо Наташе, потому что этот вопрос меня волновал. Благодаря тому, что ты сейчас рассказала, вот Оля боится, а я наоборот, этого очень хочу. Спасибо тебе огромное. За это я и пришла. Меня зовут Ирина, я тоже, Наташа, хочу передать большое спасибо. Я поняла свою ошибку, которую я совершала, рекрутируя через онлайн. Я всем предлагала именно Oriflame, и очень многие меня спамили. У меня неоднократно, ну я в Одноклассниках, неоднократно ломали страницу, закрывали. Мы ее опять возвращали, опять все заново. Ну вот теперь я поняла, что надо просто не Oriflame, а окошечки, вязание там. Будем работать по-другому. Спасибо большое. Спасибо большое. Нашим самым смелым, которые решили отдать еще сегодня от себя тоже. Огромное им спасибо. Как так аплодируйте им, они же вышли сюда на сцену.